как разнообразить свою одежду. Например, модным аксессуаром. Химчане научились делать воротники из фетра, почти универсальное украшение. Нужно всего лишь вырезать основу, а дальше включать фантазию и украшать по своему вкусу. Сегодня мы будем изготовлять вот такие вот воротнички из фетра. Их очень легко сделать в домашних условиях. Они могут быть, в принципе, абсолютно разной формы. Вот, например, такой воротник сделали на прошлом мастер-классе. Уже вторую такую встречу провела мастер по декоративно-прикладному творчеству Наталья Шабалдина в картинной галерее имени Горшина. Подробную информацию о месте и времени проведения будущих мастер-классов можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.